Автопосадка работает, да? Насколько мне известно, половина Чернухина занята уже нашими бойцами. Первый блокпост, который стоял отсюда до нас, укропы просто взяли и бросили его, убежали оттуда. Наши ж как бы ловили этот момент и поперли туда, захватили. Трофеи есть, потери тоже есть. Как еще, блин? От Чернухина до Дебальцева километров 4 где-то. Почти рядом. Это прямая дорога до Дебальцева уже получается, да? Да, да, да. Прямая дорога до Дебальцева. Это по трассе есть. Потому что по трассе прямо идешь, а поселок с левой стороны. То есть как на Донецк ехать. Ну, то есть взять Чернухина, это как бы ближе к Дебальцеву подойти. Мы сейчас туда едем, да? Да. Вот это уже. А что случилось? На противотанковую мину наехал. Вот это левое, правое колесо оторвало. Даже вот этот люк. Водителя вместе шапка влетел. Почистить. Пускай парням покажут, что здесь у нас сила есть, не жалей. А? Я до конца, прям выезжаешь до конца. Он потирает его. Да, куда прям пошел. Только что розетка доложила, что вот с той стороны по вот этому полю наступает украинская пехота. Сейчас наш БТР поработает по сторону. Давай, Лаки!